Всем привет, это видео-версия сайта Tarantas News, и в этом выпуске об уходе с рынка марки Datsun. Кроме Индонезии, компания Datsun может оставить и Индию. Относительно планов марки в России пока данных нет. Напомним, что бренд Datsun входит в компанию Nissan, которая запланировала сокращение производственных мощностей по всему миру на 10%. Так, накануне завод Datsun в индонезийском Пурвакарте, который выпускал микровены Datsun Go Plus и паркетники Datsun Cross, был полностью закрыт. Одновременно было объявлено, что марка Datsun покидает Индонезию. У местных дилеров есть еще запас автомобилей, но к концу весны он закончится. Теперь на очереди может оказаться Индия, где пока на предприятии Nissan в Ченнаи еще производят компактные хэтчбеки Datsun Go и Ready Go. Точные даты остановки выпуска продукции пока не называются, но известно, что у этих моделей не будет последователей. Взамен них появится недорогой паркетник под логотипом Nissan. Стоит сказать, что кроме Индии и Индонезии машины Datsun собирают только в России. Кроме нашего рынка, седаны Ондо и хэтчбеки Мидо продаются в Казахстане, Белоруссии и Ливане. Информации об остановке производства машин Datsun в РФ пока нет. У меня все. Еще больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. Пока!